Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим о продукции, которую мне предоставил магазин «Моделист Подольск». Давно я хотел, в принципе, сделать это видео. Многие видели уже в работе вот этот продукт, я его использовал. И сейчас я получил подобный набор от магазина. Это набор телесных оттенков Art Color, которыми вскоре я буду делать несколько видео по росписи, скорее всего. Может быть, даже одно видео сразу полное по росписи миниатюры данными оттенками. Почему я буду делать данное видео? Потому что очень много людей спрашивают меня по поводу того, какими красками я работаю, и я исключительно работаю красками Валеха. Но в то же время понимаю, что многие не могут или не хотят покупать себе настолько дорогую краску для росписи, так как пользуются ей не особо активно, то будет сделано видео на данную продукцию фирмы Pacific серии Art Color для росписи миниатюр. Это будет уже третий или четвертый эксперимент у меня с данной фирмой. И скажу свое впечатление, в принципе, полное по данной продукции. Данная вещь, Атака Интерактив, это продукт из серии Диорамы. Представляет из себя акриловый продукт. Сейчас я открою, покажу. Акриловый продукт, который очень легко наносится и при высыхании дает такую фактуру песчано-земляную. Этой вещью мы работали на стриме по диораме Stalker. Там я показывал, как вообще это работает и как этим пользоваться. Данная продукция в магазине «Моделист Подольск» стоит дешевле, чем везде в России. Подобные баночки по 250 мл, это максимальная фасовка этой фирмы. Есть 100 мл, есть 250. Вот данная баночка 250 мл стоит 630 рублей. У конкурирующих магазинов данный продукт начинает стоимость от 700 рублей. Поэтому имеет смысл заходить и смотреть данный продукт. Теперь поговорим по этому набору. Данный набор, он представлен именно как начальный, так как фасовка в данном наборе, она представлена немножко не в стандартном для серии объеме. И здесь 7 оттенков, которых вам должно хватать полностью для росписи кожи. То есть лица, рук, ног, в зависимости от открытых частей тела. То есть если вы вот покупаете набор, он стоит что-то в районе 360 рублей, то этого набора вам должно хватать полностью для росписи телесных оттенков. В будущем, если вдруг вам понадобится приобретать дополнительные оттенки, то фасовка баночек уже будет 19 мл, а не подобные маленькие тюбики, как представленные из серии акрилик, подобные. То есть на данный момент вот эта краска, она упакована, залита в тюбики от серии акрилик, просто приклеена этикетка Art Color. После этого, если вы будете покупать отдельные краски, отдельные оттенки, которые вам будут необходимы, то это будет уже представлять из себя большой тюбик наподобие вот подобного, которого вам хватит, в принципе, надолго. В магазине «Моделист Подольск» серия Art Color представлена полной палитрой. То есть вы там можете найти абсолютно все оттенки. И опять же, продукция от фирмы Pacific Art Color
в магазине Моделист Подольск представлены самой низкой ценой в российском сегменте. Баночка краски там стоит 105 рублей. Так что заходите, смотрите, выбирайте, покупайте. Магазин хороший. Можете пообщаться с руководителем магазина в группе ВКонтакте. Ссылки я буду оставлять под видео. Там будет ссылка на группу, ссылка на сайт магазина. Также магазин может вам доставить какую-то модель на заказ, если ее вдруг нет в ассортименте. Обо всем этом можно беседовать с руководителем группы, с администратором группы. Он же является владельцем магазина. И решать с ним эти вопросы. А на данный момент, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новое видео. Ставьте палец вверх. Всем пока!